Марин Морре, такой знаменитейший композитор при Королевском дворе. И, да, из сюиты «Прелюдия», «Алиманда» и еще раз одна «Алиманда». Все они имеют названия. Всякие части – это портреты, психологические портреты друзей, знакомых при дворе. И, конечно, им было интересно все это слушать, потому что портреты были узнаваемы. Вот. А вначале сыграли прелюдию «Cœur de Louvain». Thank you.
Mm-hmm.